Всем привет, вы на канале «Стройгарант Анапа», рады вас приветствовать. Итак, коротко о важном. Сегодня мы расскажем, сколько стоят дома в жилом комплексе «Жемчужина», это поселок Цибанабалка. Итак, дом номер один, его стоимость 6681. Интересный большой дом, здесь 4 спальные комнаты, 2 санузла, огромная кухня-гостиная и, конечно же, вот огромная терраса. Так что рекомендуем, он находится в продаже, и цена его указана в предчистовой отделке. И больше информации по телефону горячей линии, дорогие друзья, или в наших обзорах на нашем канале. В жилом комплексе «Жемчужина» еще есть немного земельных участков, где можно построить дом в особенный проект. Вот, например, захотелось построить дом 90 квадратных метров, да, но без эркерных окон. Ну что ж, вот так он будет смотреться. Сейчас видим то, что из металлочерепицы специалисты устанавливают крышу, чтобы уже начать полноценные внутренние работы. Кстати, дом 90 квадратных метров при чистовой отделке, именно с ним мы дальше познакомимся и узнаем, сколько он стоит. $6998 стоит дом 90 квадратных метров в «Жемчужине». Классный дом, 3 спальные комнаты, одна из них с эркерными окнами. Заглянем вовнутрь, при чистовой отделке продается данный дом. Итак, обо всем по порядку. В этом доме большая кухня-гостиная, 29 квадратных метров. Все коммуникации выведены, много розеток, сразу на это обращаем внимание. Спальня с эркерными окнами, 17 квадратных метров, большая, светлая, просторная. И еще две спальни, 11,7 и 12 квадратных метров. Все это в доме, 90 квадратных метров, и, конечно же, есть выход на террасу через кухню-гостиную. Кстати, она достаточно просторная, 21 квадратный метр. И все это может стать вашим, дорогие друзья, так что звоните по телефону горячей линии. Но есть еще дома, цены на которые мы вам сегодня озвучим. 7274 стоит дом в кирпиче, 110 квадратных метров в жилом комплексе «Жемчужина». Это двухэтажный коттедж, 3 спальные комнаты, 2 санузла и, конечно же, терраса в этом доме есть. Часто его выбирает семья из 5 человек, потому что это удобно. Дома, как правило, на 5 сотках земли. Большая кухня-гостиная, 39 квадратных метров, одна спальная комната с эркерными окнами и санузел. Это все первый этаж дома, 130 квадратных метров. Его стоимость 7563 в предчистовой отделке в кирпиче. Интересный дом, и терраса тоже здесь заслуживает отдельного внимания. Терраса 22,8 квадратных метров, это дом 130 квадратных метров. 4 спальные комнаты, 2 санузла, огромнейшая кухня-гостиная. И еще раз его стоимость 7563. Дома находятся на участке 5 соток земли. Больше информации, дорогие друзья, по телефону горячей линии. Смотрите наши обзоры, там мы показываем различные дома. 50, 60, 75 квадратных метров и 145. В общем, много домов есть в нашей компании. Мы сегодня познакомили вас с домами. Жилой комплекс «Жемчужина». Это поселок Цибанабалка. Так что, если есть вопросы, пишите в комментариях. Мы обязательно ответим. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нам это очень важно. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.